Так, Делика клуб сегодня сделал очень серьезную такую работу. Именно в районе, где стоит этот шар под Дубной. Они сегодня приехали, ребята покрасили, закрасили все то безобразие, которое развели всякие негодяи и так далее. Закрасили все внутри, снаружи. У них закончилась краска. Если у кого-то из представителей внедорожного хозяйства есть желание поддержать, значит, те начинания, которые происходят во внедорожной среде российской, пожалуйста, принимайте участие, потому что есть достопримечательности и вещи, которые воистину объединяют людей, заставляют общаться их и делать что-то полезное. Вот так вот. Вы видели, как мы, значит, отдохнули. И вот вы смотрите, как здесь обычно отдыхают люди. Везде мусор разбрасывается. Такое делать нельзя. Значит, на сайте сбора 4x4.рф вы сможете, значит, обо всем по этому почитать. И заодно узнаете, как выглядят настоящие автомобили для покорения бездорожья, на которых надо творить благо, а не заниматься ерундой всякой. А где экипаж?